На стороне АБ равностороннего треугольника АБС отмечена точка D, такая что АД так относится к БД, как 2 к 1. Найдите отрезок CD, если АБ равно 6 см. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. Треугольник АБС правильный. Точка D принадлежит стороне АБ. АД так относится к БД, как 2 к 1. Сторона АБ равна 6 сантиметрам. Найти отрезок CD. CD неизвестно. Для решения данной задачи нам необходима теорема косинусов. Напишем ее. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других минус удвоенное произведение тех сторон на косинус угла между ними, на косинус угла альфа. Эту формулу необходимо знать. Воспользуемся соотношением, которое нам дали по условию. АД так относится к БД, как 2 к 1. Чаще всего, когда мы видим такое соотношение, лучше всего ввести переменную. Пусть отрезок АД будет равен 2х. Тогда БД будет равняться х, для того, чтобы сохранить соотношение. Рассмотрим сторону АБ. Сторона АБ будет равна сумме длин отрезков, на которые она разбита. То есть AD плюс BD. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается AB условие равняется 6 см. AD мы обозначили через 2х. BD х. Преобразовав, получаем 6 равно 3х. Разделим на 3, чтобы выразить х. Тогда отсюда получается, что х равняется 2 см. Тогда длина отрезка BD равна 2. Угол DBC равен 60 градусов, так как треугольник правильный, а в правильном треугольнике все углы равны по 60 градусов. Также сторона AB равна стороне BC. И все это равняется 6 см. Опять же, треугольник ABC правильный. Рассмотрим треугольник BDC. И напишем теорему косинусов для угла B. Тогда у нас получается CD квадрат будет равняться BD квадрат плюс BC квадрат минус удвоенное произведение двух сторон 2BD на BC и на косинус угла между ними, на косинус угла B. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается, что DC квадрат будет равняться BD мы ранее нашли, это 2, 2 в квадрате, плюс BC квадрат. BC это 6, 6 в квадрате, минус 2 умноженное на BD, это 2, и на BC это 6. И все это умножить на косинус угла B, косинус 60 градусов. Посчитаем, тогда DC квадрат будет равняться 4 плюс 36 минус 24 умноженное на косинус 60 градусов. Косинус 60 градусов это 1 вторая. Сократим. И тогда мы получаем, что dc квадрат равняется 28. Выразим отсюда dc. dc будет равняться корню от 28. 28 мы можем представить как произведение двух множителей 4, 7. Четверку можно вынести из-под знака корня. Тогда у нас получается 2 корня от 7. Запишем ответ. dc равняется 2 корня от 7. Сантиметров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.